Париже на одной из престижных сцен в театре «Девиль Эспас» Пьер Карден с большим успехом прошел концерт Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы и артистов «Астана Опера». Наш европейский сапкор Жанат Эрнст побывала на мероприятии, организованном Министерством культуры и спорта при поддержке посольства Казахстана во Франции. Первые звуки домбры и музыка Великой Степи. В Париже вновь при полном аншлаге состоялась встреча с казахской культурой. И лучшие ее посланники – виртуозные музыканты легендарного оркестра имени Курмангазе и прославленные артисты «Астана Опера» переносили парижан то на просторы казахской степи, то возвращали их к шедеврам европейских классиков. Сближение народов через музыку, понятную на любых языках, вот что чувствовали зрители в зале престижного парижского театра «Девиль Эспас Пьер Карден». Французская публика очень хорошо и тепло принимает нас, нашу музыку и произведения казахских композиторов, начиная с казахских кюев и заканчивая большими произведениями казахстанских композиторов. Я чуть не уехал тут же в Казахстан, поэтому спасибо этой стране, что она нас любит, мы ее любим также и очень-очень рады быть членами этой страны каким-то образом, через культуру, через музыку, через людей, которые там живут. Ария «Сильвы» из одноименной итальянской оперетты в исполнении заслуженного деятеля Казахстана Майра Мухаммедхазе вызвала бурю эмоций у изысканной парижской публики. Французы полюбили приму «Астаны оперы» еще с времен ее блистательных выступлений во французской «Гран-опера». Казахстан сегодня с большим успехом демонстрирует себя всему миру. Через выставку «Экспо» о нас узнало все больше стран. И национальная программа «Рухани Жангару» также дает большие возможности для продвижения нашей культуры во всем мире. Незабвенное произведение Латифа Хамиди «Булбул» и куплеты «Олимпии» из оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана» все переплелось в едином дыхании исполнителей и зрителей. Зал встречал бурными аплодисментами каждый номер казахстанцев. Звуки домбры великого Курмангазы и Даулеткерея вместе с музыкой Моцарта – такая культурная квинтэссенция была принята и понята с первых аккордов концерта. Бурные овации зрителей долго не стихали, вызывая на бис лучших казахстанских исполнителей и артистов. Жанат Эрнест, Жомарт Ахметов, Париж, Франция.